В этот день комиссия рассмотрела 6 протоколов. Они были составлены по статье 27 областного закона об административной ответственности. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время в местах постоянного проживания с 22 до 6 часов утра влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере от 1 до 3 тысяч рублей. В процессе заседания административной комиссии по 5 протоколам с возмутителями спокойствия побеседовали и вынесли предупреждение. По одному протоколу неоднократный нарушитель получил штраф в размере 3 тысяч рублей. Председатель административной комиссии Антон Шестеряков рассказал о том, как проходит процедура составления протокола о правонарушении и рассмотрении его на комиссии. Если имеются случаи нарушения тишины и спокойствия в ночное время с 22 до 6 часов утра, необходимо обращаться в дежурную часть полиции. Должен приехать наряд, они должны взять объяснение с нарушителя, с соседей. Далее этот материал поступает в административную комиссию и в установленном порядке рассматривается. Взаимоуважение – это способность признать за другим право иметь мнение, отличное от собственного, и уважать его. От того, насколько взаимовежливы десногорцы будут друг с другом, зависит общее спокойствие в городе. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.